Всем привет! Осень – время смотреть в окно, сидеть в теплой кухне и пить чай с собственноручно испеченным пирогом. А чтобы пирог был пышным, нужен хороший миксер. Всевозможные сайты предлагают миксеры по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Ручной миксер – самый компактный и бюджетный вариант с простым управлением. В миниатюрный корпус вставляются венчики. Прибор включается путем нажатия на кнопку или поворота рычага. В процессе использования миксер нужно держать в руках. Кнопки переключения скорости обычно находятся в верхней части корпуса, чтобы до них можно было достать той же рукой, которой держите прибор. Ручной миксер для кухни подходит, когда нужно приготовить тесто для бисквита или блинов, а также годится для взбивания крема. С более сложными задачами он не справится из-за маленькой мощности, но при этом такой миксер можно использовать даже на малогабаритной кухне и в любой посуде, при условии, что туда помещаются венчики. Стационарный миксер состоит из корпуса и чаши. Здесь достаточно сложить все ингредиенты и выбрать режим работы. У такого миксера большая мощность, поэтому он может справиться даже с крутым тестом. А если в модели предусмотрена вращающаяся подставка, масса будет перемешиваться максимально равномерно. Стационарный миксер больше ручного и требует отдельного места для установки. Планетарный – это подвид стационарного устройства, в котором помимо вращающейся чаши используются лопасти, которые движутся по траектории, напоминающей движение планет. Такой принцип работы обеспечивает более быстрое и тщательное смешивание даже крутого теста. Планетарные модели самые дорогие за счет расширенной функциональности. На сайте Wildberries ручной миксер Wixter продается за 1679 рублей. Его прежняя цена – 2023 рубля. Цвета графит, хром, мощность 700 Вт. Обладает 5 скоростями и турборежимом. Позволяет взбивать продукты за несколько секунд. Миксер подойдет для замешивания теста и взбивания коктейлей, мусса, кондитерского крема или белка яиц. Миксер электрический, имеет две пары насадок – венчик и крюки. Не занимает много места на кухне. Высококачественный пластиковый корпус долговечен и надежен. На сайте Озон ручной миксер Марты сейчас можно приобрести за 1085 рублей. Его прежняя цена – 4290 рублей. Цвет черный, мощность 1000 Вт, 4 насадки, венчик. Есть турборежим, 5 скоростей. На сайте Яндекс.Маркет миксер планетарный предлагают со скидкой в 35% за 5870 рублей. В наличии красные и черные цвета. Мощность 600 Вт. Есть импульсный режим. Объем чаши 4,2 литра. Чаша изготовлена из нержавеющей стали. Защитная крышка на чашу. Насадки, венчик, лопатка, крюки для теста. На сайте CityLink миксер ручной Polaris можно приобрести со скидкой в 10% за 2699 рублей. Цвет черный и серебро. Мощность 780 Вт. 6 скоростей, есть турборежим, насадки, крюки для теста, венчик для взбивания. На сайте DNS миксер планетарный продается за 8799 рублей. Цвет зеленый с серебристым отливом. Мощность 1600 Вт. 6 скоростей, 3 насадки, венчик, крюк и лопатка. Объем чаши 5,5 литров. Чаши выполнены из нержавеющей стали, есть импульсный режим, защитная крышка на чашу. В последнее время вместо миксеров многие покупают блендер, но нужно учитывать, что главная функция этого прибора – измельчать. Хотя здесь тоже есть венчик, устройство может выполнять лишь простейшие задачи, например, взбить яйца или сливки. При этом блендер не может работать слишком долго, в отличие от миксера. Поэтому, если вы любите печь десерты и готовить по сложным рецептам, лучше покупать миксер, который справится со своей задачей до конца. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки.